придет с образованием. И учитель, который придет сегодня, директор образовательного учреждения, заведующий, хотел бы иметь не просто учителя, а хорошего учителя и хорошего воспитателя. Конечно же, это и задача наших профессиональных учебных заведений, но и наша задача, тех, которые пришли, сделать либо хорошими учителями, если уже не получается, то, извините, надо прощаться с такими учителями. Я вынужден с такой высокой трибуны это сказать. Иначе те задачи, которые стоят перед нами, и мы сами эти задачи ставим, они не будут выполнены. Нет, перед нами задачи ставят общество. Возьмем группу, ну, совсем разные, телереформы, которые мы сегодня исходим из этого. Значит, в свое время министр объявляет реформу, называет